buddy, I think you got the wrong door. The leather club's two blocks down. Fuck you. Fuck you, leather man. Maybe you and I should settle it right here on the ring if you think it's that tough. Yeah. You get a wrestling match. Your ass. Yeah. Let's go. Why don't you get out of that leather stuff? I'll strip down out of this and we'll sell it right here in the ring. What do you say? Yeah, no problem. Okay. You got it. Get out of that jabroni outfit. Yeah, smart ass. I'll show you who's boss in this gym. Опасная тактика. Ой, жестко. Ой, Даня, хорош. Даня, ой, молодец, Даня. Блин, теперь две, там были две для прыжка, черт. Молодец, Даня, с первой победой тебя. Спасибо, спасибо. Поздравляю, поздравляю, да. Да. Красава, красава, красава. По, так сказать. Наверное. Да, что, куда, блядь? Соболезную. Спасибо. Так, ну Артём тащит. Чёрт, на прыжке винтушка просто. А какая из этих двух, типа... Ой, из три. Блин. Хорош, Артём, хорош! Изи! Красава! Просто монстр! О, шикарно! Это шикарно! Что это? Я что-то тоже не понял. Что за хуйня? Это выглядит просто как, не знаю, как... Какая-то, ну, типа, как какая-то пытка в Освенциме, я не знаю, что это, блин. Мне кажется, примерно вот... Похоже. Сука, я бегу. Есть. 9 поинтов принес. Давай! Вверх! Вверх! Это было с двух орла просто. Бля, мы просто восемь. Хуя себе. Блядь, нет, ладно. Ой. А бля! Я. Это несправедливо, блядь! Да блядь! Тебе это. Стёпа! Тебе сосиска не мешает! Просто! Что не так с этой картой? Гоняю. Что? Чуть не надо. Стёпа, за что? Сюда подошёл. Не-не. Сюда иди. Ну сюда иди, Тёма. Не-не-не-не-не, у меня тут хорошо. Опа, попался. Да. Ну, побереги ты эту сосиску. Я понимаю, что тебе её очень хочется, но... Оставь её в покое. Пусти. Пусти. Артём, блядь, я тебя ненавижу! А почему? Мы с тобой вдвоём были? Да! Я сдох! А, нет, Артём, соси! Мне кажется, они медленно становятся. Да. Ой, оно сужается! Арена сужается! Чё, в смысле? Кольцо сужается! Блядь! Не допрыгнула! Прям в очко попала эти штуки. Давай, Дань, хорош.
Еее! Да! Да! Сосать! Думаете, я вас не переиграю? Думаете, я вас не уничтожу? Я вас уничтожил! Да у тебя касательно всего что-то. Что-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Да. Даня в 4.19. Когда... Сейчас вот надо пройти киберпанк. Даня в 4.20. Гозавод. Так, я не понял, что это было. А ну иди сюда. Это был даёб. Да я не про вас. Ну иди сюда. Нет. Иди сюда, я ж тебя перехитрю. Тём, это не про нас, расслабься. Сосать. Я не того схватил. О, да я не то. Да ты убийца, ты просто убийца. Я предлагаю, короче, ребят, в следующем рейде мы втроем его просто выкидываем нахрен с каждой карты. Окей, я вернусь, вы выпихаете. Не я начал сейчас это. Чур я зашел с жопы. Окей. О, мне получится сейчас забайтить пацанов, прыгнуть. А ну-ка. Раз, два, три, погнали. Давайте, ребятки, прыгаем. Опа! Ну, в принципе... Я улетел! Нет, откройтесь! Нормально. Я слишком молод, чтобы погибнуть здесь. Нормально. Тихо. Ой, оно ускоряется вниз, что ли? Не, оно ускоряется. Да, меньше почты стало. И слизи больше ускоряется. Угу. Сейчас будет так. Да! Просто умер последний. О нет, ой. Космическая трасса. Вся жизнь космическая трасса, а ты на ней проститутка. Космическая. Блять, это сейчас что, пятый элемент пошел, да, вторая? Нет, это Гриффины. Космокан. Гриффины, как это называл. Отлично, мы на первом месте. Да, есть. Сейчас. Давай. Есть. Хорош. Вы просто рождены были на космической трассе. Оба. Так, куда это нас смыло? Что за хуй? Да уебал. А что тут делать, блядь? В смысле я, блядь, уебался? Нет, это создатели качелей вернулся и насрал еще раз в эту игру. Поразительно, какой путь проходит говно после унитаза. Потому что это выглядит еще хуже. Это выглядит очень страшно. И это так и есть! Нет, это знаешь, все свиньи, которые это самое в расход пошли у Пучкова и у Клим Саныча, они попали сюда на карту и теперь не спят. О, кого я вижу? А ну иди сюда. Да меня другой схватил. Вот это бардак. Сейчас на пиздец. Не, к вам на срок тоже рисовал. Почему типа? Я тебе говорю, если мы его первых раундов не скидываем, он потом от нас всех избавится. Саня, я. Ух!
Да не тебе конец просто. Да что, что ты мне сделаешь? Я тут в соседнем доме. А, точно. Она тебя обоссыт. Блядь. Ладно, все равно нормально идти. Она... Какая крыса, пиздец! Прошли дальше, проверяй! Пиздец! Все, приплыли! Господи! Бля! Ты где? Собери, Иисус! Соберись! Хватит разбираться! Соберись! Фух! You shall not pass! Тут мы в тебя верим. Где, блядь, где? Давай на батут, на батут! Отлично. А ты думал, ты в сказку попал? Майор! Ах ты сука! Ах ты! Пущи! Иди сюда! Да ты спец, блядь! Я сейчас упаду! Я не могу! Да ёбаный кузов! Дань, если ты вдруг забыл, мы с тобой, к сожалению, в одной команде! Ну, Артём, прости, пожалуйста, я реально не специально это сделал. Ты не специально каждый раз прям вот передо мной шёл, да? Да ты сам пошёл за мной. Нет, Тай, в этот раз у меня всё записано. У меня тоже всё записано. Блин, там последний был обидно. Ну это да. Меня выебали, но меня выебали последним. Ну, значит, тебя ебали дольше всех, получается? Так, не надо. В этом финале самое опасное только Даня. Да, тут вообще насрать на вентилятор, на все вот эти вот хреновины, да, тут как бы это... Даня, это дополнительный баб. Ну смотри, Тём, тебя заспавнил на другой конец, так что можешь не переживать. Да, я очень рад, так сказать, где меня заспавнило. Найс. Блять. Осталось того чешуйчатого только выбить, и все, можете дальше свои разборки продолжать. Я с ним наедине не останусь. Он погибает либо сейчас, как бы... Блять! Либо сейчас, либо... Либо все, это были последние слова Артёма. Да! Ой. Ай, о, ну это батл рояль, все средства хороши. Это от гандона, да, мы поняли.